这对两个关系发展是接触总统的出席第二届一带一路友好的感情为推动Уважаемый господин Ван Хунин, я рад нашей первой встрече и прежде всего позвольте выразить вам искреннюю признательность вам, нашим китайским друзьям, за радушный прием и, как всегда, традиционное гостеприимство наших друзей. Вы правильно заметили, в том году я был государственным визитом здесь. И нам приятно сегодня тоже находиться здесь, на китайской земле, у наших друзей, у наших соседов, и участвовать на втором международном форуме «Один пояс, один путь». И мы сегодня были свидетелями прекрасного выступления председателя, уважаемого Си Цзиньпина, сегодня на форуме. И форум проходит на очень высоком уровне, где участвуют главы нескольких десятков государств. И это говорит о большом авторитете наших друзей, нашего стратегического партнера Китайской Народной Республики на международной арене. В прошлом году, когда мы были здесь, Китай отмечал 40-летие проведения политики реформ и открытости. И мы знаем, за эти 40 лет руководство Китая, руководство Коммунистической партии Китая и весь китайский народ своим упорным трудом достиг колоссальных успехов в своем развитии, в развитии, в становлении и процветающего государства.高级代表，两年前，我们在这里更好融入全球供应链、产业链发展。中国将同各方继续努力，构建以新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，互通深化务实合作。Во втором форуме международного сотрудничества «Один пояс» единомышленником, естественным партнером в деле Комп Евразес и китайского проекта экономического пояса «Шелкового пути». Господин Си Цзиньпин, за срок мы совместно смогли построить экономические коридоры в континенте, выгодном для всех, для процветания. Вновь меняет мировой уклад, создает новую глобальную. Город, сухой порт Харгос, который превратился сейчас в
más de 100 países y más de 40 jefes de gobierno o jefes de Estado, es muy importante ratificar. Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами на основе незыблемых принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства. И именно на таких принципах вместе с нашими партнерами Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией строим Евразийский экономический союз. Совсем скоро, 29 мая, союзу исполнится 5 лет. За это время в еврорамках создан общий рынок, создаются условия для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Формируются единые рынки, а также цифровое пространство. Председатель Си Цзиньпинь говорил сейчас в своем выступлении о сопряжении его инициатив с другими инициативами подобного рода и с объединениями, которые складываются на нашем огромном пространстве. И это полностью вписывается в наши планы. Государствами. Так, несмотря на политические противоречия, санкции, торговые войны, рост объема торговли в рамках инициативы растет и уже составляет 5 триллионов долларов или 1/3 часть от общемировой торговли. Второе. Глобализация все еще востребована, и сейчас она трансформируется в новом формате. Инициатива «Один пояс, один путь» представила новую модель глобализации уже с восточным лицом. Исторический цикл вновь возвращает центр мировой гравитации на восток. Мы видим, что сегодня Азия действительно стала регионом 21 века. 28% мирового ВВП уже сконцентрировано здесь, и эта цифра будет только расти.